Летом 2019 года в Твери начнется капитальный ремонт Бурашевского путепровода. В настоящее время Департамент дорожного хозяйства администрации города подготовил документацию для проведения конкурентных процедур по определению подрядчика. На эти цели выделено 210 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов. Предполагается, что капитальный ремонт моста начнется в июле 2019-го. В его рамках на Бурашевском путепроводе будет произведен демонтаж трамвайных путей, что позволит создать 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону, расширить тротуар с 70 сантиметров до 1,5 метра. Также на мосту заменит освещение. В соответствии с проектной документацией капитальный ремонт должен быть произведен за 11 месяцев с перекрытием движения на объекте.